фигурном катании очень редко можно встретить выдающихся фигуристок, действительно просто уникальных. И за последний период у нас есть только такая одна на весь мир, Александра Трусова, с просто уникальными прыжками. Она прям действительно как пятый элемент. Ну, а больше вроде как и нет. Ну, однако, в «Москвиче», в школе «Москвич» появилась одна такая девочка, у которой уникальные не прыжки, не вращения там, а уникальные именно навыки конька. Она настолько владеет ими, что это просто невообразимо. В таком возрасте, а она 2009 года рождения, так катать... Это просто что-то невероятное. Ну, это, наверное, увидят не все, потому что в основном люди смотрят только на прыжки или на как там воздушно кто-то катается. А именно мастерство лезвия люди особо даже об этом и не задумываются. Им вообще все равно. Но именно те, кто ценит, кто понимает, что фигурное катание – это все-таки катание, и умение владеть лезвием, те, наверное, оценят. Следите за ее коньком. Это просто уникально. Сейчас будет заход на двойной флип, двойной тулуп. То есть потенциал настолько велик, что она порой даже не может удержаться. Тройной тулуп сейчас будет. Со сложного захода. Комбинированное вращение. Ну и вот сейчас после вращения начнется дорожка шагов, дорожка третьего уровня. Она, я уверен, может делать спокойно четвертого уровня. В таком возрасте третий уровень – это просто... Ну, это значит, спортсменка обладает выдающимися навыками, а она может даже четвертый. Просто смотрите как. Следите за коньком. Никто в мире вообще не может так делать. Никакая фигуристка взрослая и юная так не может делать.